Посетить ТРЦ «Алмаз» в этот день стало на одну причину больше. Фестиваль DFM Челябинск танцуют все. На открытой площадке познакомил челябинцев не только с профессиональными и любительскими командами, но и самыми модными направлениями в хореографии. Мы на протяжении полутора месяцев готовили фестиваль танцевальных команд, так как мы радиостанция танцевальная, давным-давно мы мечтали сделать что-то подобное. На волне успеха танцевальных шоу по центральному телевидению мы решили, что лучше времени не найти, и решили устроить фестиваль танцевальных команд. Приглашали всех, и любителей, и профессионалов. То есть сегодня здесь, скажем так, самые избранные. Мы получили очень много заявок, более 70, отобрали 10 участников в этой команды. И сегодня они здесь покажут свои номера. Кто-то из них уйдет с роскошными подарками, планшетными компьютерами. 10 команд в трех возрастных категориях, несколько десятков зрителей, сразить которых танцоры собираются и креативными постановками, и акробатическими трюками, и в том числе оригинальными костюмами. Я руководитель хореографического коллектива JF Crew. У нас очень интересная молодежная постановка. Мы делаем ставку на музыку, на стиль, в общем, у нас много музыки разной, на необычные акробатические элементы и необычные рисунки построения. Коллектив, команда Pride. Номер, ну, просто называется Pride. Под рок, под Linkin Park. Она студия Pride, команда Pride, да, номер Pride. Здесь участники остальные, ну, танцуют хип-хоп, там, ну, такие танцы, которые сверху. А мы танцуем брейкинг. Брейкинг – это когда крутятся, вертятся. Более силовой танец, более энергичный, самый привлекательный танец. Представляю коллектив Royal Dance. У нас в основном направление более женское, но в то же время такое агрессивное. На самом деле у нас вообще очень много фишек во время номера. Мы пришли, да, не просто поучаствовать, мы пришли за победой и выиграем. Мы приехали из Копейска, коллектив Jazz Funk. Мы занимаемся довольно недавно, и мы очень рады, что нас взяли сюда вообще выступать. Для нас это большой прогресс. Наш образ, мы вот такие веселые девушки, которые гуляем и, в общем, радуемся всему. Хотим вам подарить этот позитив. В составе жюри строгого и справедливого – настоящие эксперты танцевального искусства. Виталий Мюллер, старший преподаватель студии танцев «Голоденс», высоко оценил уровень участников. Есть профессиональные команды, есть любители. Радует уже даже то, что такие конкурсы проходят. Что наконец-то в Челябинске проводятся танцевальные конкурсы среди непрофессиональных танцоров. Многие коллективы танцевали одни и те же направления, но коллективы разные. Ребята яркие, позитивные, некоторые серьезные. Вот поэтому очень разноплановые номера. Мне все нравится. Пока. По секрету, если мои фавориты – это Crazy Family. Я давно знаю этот коллектив, и они вновь меня поразили. Выражать свои эмоции в танце можно в любом возрасте. Это доказала 5-летняя исполнительница хип-хопа Мариана Краснопевцева. Именно она срывала овации зрителей и стала настоящей звездой интернета. За этим признанием стоят многочисленные тренировки, которым юная Мариана посвятила большую часть жизни. Я иногда стесняюсь, потому что, ну, иногда, когда вот так сильно кричат, я боюсь. Мне нравится наша схема. Схема – это когда мы группой танцуем вместе. Танцы объединяют людей, делают их добрее, заряжают позитивом. Это доказал первый фестиваль «Радио DFM «Танцуют все». Кстати, событие это будет традиционным. В следующем году организаторы намерены открыть миру еще больше танцевальных звезд.